Ну, которые... давайте будем честны, ну, во всем мире женщин бьют. А в Америке, а в Европе истязают. Там есть специальные приюты для женщин, над которыми издеваются. Я думаю, процент один. У нас женщина женщине ни друг, ни разу и не товарищ. А женщина женщине враг в основном. Все женщины на стороне насильников, а не на стороне жертвы. Вот соседи говорят, вот только она шалава. Вот только она с детства такая. Так и мать у нее шалава, и бабка. Так ей и надо. А Вася ничего хорошего, Вася, а что? Ну, пил, правда, да. Ну, мать свою бил. Ну, так мать тоже виновата. Я не могу понять, или из-за того, что они сами намыкались в молодости и в зрелые годы, поэтому они говорят, вот я прошла через свои там общежития, и тебе тоже надо. Вот меня муж там колотил, а отец из дома выгонял, и ты пройди, ишь, какая принцесса. Вот это тоже есть. Не знаю, объяснить не могу.